У нас в гостях находится Дмитрий Смирнов. Он сегодня выступал в качестве спикера на выставке World Food. Дмитрий, какие вопросы сегодня затрагивали и что обсуждали? Мы сегодня обсуждали о том, как бороться за покупателя не за счет снижения цены, а за счет других механик. А какие механики другие существуют? Ну, конкретно мы занимаемся разработкой и запуском от ключ программ лояльности. В том числе это программы, которые направлены на увеличение товарооборота сети за счет повышения среднего чека, где за покупки, которые совершает покупатель на определенную сумму, дается какой-то подарок, который его цепляет и заставляет участвовать в данной акции. А чем отличается система лояльности у низких ритейлеров по сравнению с крупными игроками рынка? А у крупных игроков рынка большой бюджет, соответственно, они могут приобретать права на лицензионных персонажей, то есть это известных мультфильмов или игр, но, соответственно, региональные сетки, у которых бюджет намного меньше, они не могут себе этого позволить, но им бороться же надо как-то с теми же ритейлерами, поэтому они обращаются к нам, мы разрабатываем сами эти акции, делаем клевых персонажей с классной историей, плюс добавляем туда дополненную реальность, инновационную фишку, которым детям очень нравится, и, соответственно, получаем отличные результаты. То есть получается, если кому-то надо проработать систему лояльности, то надо обращаться к вам? Да, конечно, мы учтем ваши пожелания и продадим либо из имеющихся уже каких-то кейсов, которые работали в сетях, которые имеют результаты, либо же разработаем конкретно под клиента. Дмитрий, спасибо огромное.